Иногда мы видим ситуацию, когда родитель отрицает диагноз. Вот нам очень важно всем донести, что если вы чувствуете какую-то проблему, надо постучаться в дверь к доктору. Когда к нам впервые приходит мама, и мы ставим диагноз аутизм в 6 лет, для нас это большое горе. Я вам открою, это очень важно донести. Это большое горе для врача, когда ты диагноз, который уже был с 2 лет, можно было поставить с 1,5, ты ставишь в 6 лет, это значит упущенный реабилитационный потенциал. На сегодняшний день в 6 школах открыт ресурсный автономный класс, и мы смотрим, каким образом все-таки, что на сегодняшний день эффективнее на сегодняшний день автономные или ресурсные классы. И на следующий год, поскольку это очень важная работа, мы планируем открыть такие классы еще в 4 школах. Ну, скажу точно, это не предел, потому что... Ну, скажем, необходимость такая существует, она достаточно острая, и как дошкольная образовательная организация, так и общеобразовательная организация в эту работу будут увлечены.